А по-русски говорите вы? Да, я говорю по-русски. Присаживайтесь. Спасибо. Чем я могу вам помочь? Я хотела спросить, у вас работа есть какая-то здесь? На данный момент у нас есть несколько вакансий страховых агентов, и у нас много русскоговорящих клиентов. Я думаю, вы нам подойдете. Ну да, я же как раз по-русски говорю, классно. А у вас есть опыт работы в этой сфере? Я работала в России секретаршей, я могу, да. А work authorization? А что это? Это разрешение на работу в Соединенных Штатах. Ну, у меня такого нет, но у меня есть красный диплом об окончании университета. К сожалению, без разрешения на работу мы не сможем вас принять. Ну, может быть, хотя бы какой-то вот полы мыть, там, мне хоть, пожалуйста, какую-то хотя бы работу. Мне очень жаль, но нам не нужны проблемы. Вообще никак, да? Мы не можем ничего сделать. Сори. Сейчас ты меня ударил. Сейчас ты пытался меня поцеловать, сейчас ты меня драл за волосы! Девушка, вы вообще бери меня на работу, я тебе говорю! Вы с ума сошли? У меня плохая ситуация, мне есть нечего, ты понимаешь, мне спать негде, нас обманули! Помоги мне, пожалуйста, по-свойски, тебе что, трудно, что ли, не пойму? Я сейчас буду орать, сейчас сюда менты приедут, и сейчас тебе так весело будет, возьми меня, пожалуйста, на работу, я тебя прошу, тебе сложно, что ли, я поганый, я не знаю, что, я буду мыть туалеты, возьми меня на работу! Ты меня не берешь на работу сейчас? Я буду орать. Ты хочешь этого? Я тебя сейчас устрою. Ты меня берешь на работу? Я тебя спрашиваю. Да, мы договорились. Сейчас всё, тут девушка, все прибегут. Успокойтесь, мы договорились. Все, мы вас берем. Ты точно меня берешь? Да, точно, все ты берем. Ты хорошо всё подумал? Да, да, все, мы вас берем, заполняем application, мы вас берем. Я тебе говорю, ты хорошо подумал, что ты меня сейчас буду орать? Мы договорились, все, успокойтесь. Ты хорошо девушка, подумал, присядьте, точно. Присядьте, мы договорились. Да, ты мы точно договорились, подумал? Договорились, все, мы договорились. It's okay, it's my boyfriend. Yeah. Yeah. Я сейчас, конечно, скажу, что у нас все нормально. Но ты потом пожалеешь, если ты меня сейчас на работу не возьмешь. Извини, конечно, но у меня реально выхода нет. Пожалуйста, прости меня, но у нас, короче, такая ситуация, нам кушать нечего, нас обманули. Да, все, договорились, подписывайте бумаги, вы приняты, договорились, мы все договорились. Извини, да, ладно, подписывайте. Я как бы вообще не такая. Девушка, вы такая смелая, что я понял, что если вы что-то задумали, ничто не остановит вас на вашем пути, и нам нужны такие сотрудники. Извини, пожалуйста, но я тогда смогу вы приняты. Выходить завтра. Да, у вас первый день завтра. Спасибо. Все. Ну, реально, да. Нормально все. Да, спасибо. Извини еще раз. Так повезло, что меня эта женщина взяла на работу. Да, вообще, я не говори. Я не знаю, что бы я делала. Нам просто Бог реально это помогает. Это уже просто последний шанс был. Я уже села, все, и устала, еле живая была. Я подумала, ну все, и на Санялся тоже ничего не повезло. Классно, кстати, а у тебя что там с этим мужчиной? Я ж вчера там вообще такой скандал устроила. Я на самом деле даже не знала, что я так умею делать, потому что... Мы знали, что ты умеешь так делать. Сама тебя не ожидала. Девочки, это просто, я не знаю... Просто когда мне сказал, что он меня не возьмет на работу, у меня, знаете, какой-то дьявол в меня вселился. Я прям начала кричать там на него и все это там угрожать. В смысле, серьезно? Да, потому что я реально, я думаю, что мы завтра кушать будем, знаешь, у меня вот прям такая энергетика. Я прям давай на него кричать, и он взял, понимаете, вот, ну, реально. Просто как ты кричала да, на него? Да, он даже не испугался, ну, как бы он сначала испугался, такой не понял вообще, ну, что происходит. Да, сумасшедший, типа, уходите. Потом я там начала орать, он такой, ладно, ладно, я вас возьму. Классно, вообще повезло на самом деле, я рада очень за тебя. Мне надо уже сейчас выезжать, потому что он сказал, что сегодня мне надо срочно там быть, там всему учиться и все, так что я поехала. А вы, это отделка скольки? Мне попозже чуть-чуть. Попозже, да. Попозже, Злата, давай тоже Злата. На работу куда-то ей. Она так загорать может. Да. Все, короче, я поехала. Давай, давай. Увидимся вечером. Sky. Oh. Ah! 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 Ah!
Save my life? Он говорит, ты спасла ее жизнь. Ну, я поняла. Ну, да, спасла. А что делать-то? You feel? How did you find me? Oh, she was walking by the construction site, by the house, and she heard the screams, and she ran. She saw you. Where are you there? Why? Because my father passed away, and he left me that house for sale. And I don't live there. I just go once a year. Она говорит, что тот дом, короче, который рядом с нами, она там не живет. Ее папа умер, оставил ей. И она иногда приезжает. И вот она, ну, приехала, и это случилось. Она его сейчас продать пытается. Are you living around there? А что ты думаешь? In the construction. Where? You know that by the house, where, by the big house, there is like ruins. So we spend a few nights there because we don't have a place to stay. No money, we don't have place to stay. We live there. No, but listen, I don't live here. I live in Rio de Janeiro. And listen, my father will, I'm sure he will be, want me to you give you the favor that you did. You just saved my life. Listen, I want you to stay in my house, okay? Она хочет... Она хочет, чтобы мы в этом доме жили? Вот. Да. Она, короче, живет вот следующий, вот да, после стройки дом. Да, который рядом с нами, да. Please, you can stay in my house. Спасибо. You saved my life, and I owe you this. Она плачет, а что, нам бы ей больно, наверное. Listen, бедненькая. Listen, I owe you once. You just saved my life, and I want you to all, you can stay in my house till I sell it. Okay, you can stay as long as you need. Okay, I'll stay there with the girls. Thank you so much. You can also be there for me. Don't you worry. I want you to stay there in my house, okay? Thank you. Thank you very much. You're so kind. You are. Не плачь. Все хорошо. Спасибо. Так жалко ее. Надеюсь, у нее все с ногой хорошо будет. Не плачь. We hope you feel better. Посмотрите на этот вид. Нифига себе, какой дом! Он просто на воде с бассейном. Какая нереально, красота. Да? Классно.
Такой большой. Блин, девочки, как нам повезло, что ты эту тетку спасла. Смотри, корабли прямо вот здесь плавают перед окнами. Обалдеть. Я думаю, что с ней вообще все нормально будет. Просто чистой, такой чистой души человек, что она нам помогла. Я просто не могу поверить. Нет, не какие-то же ужасные раны. Все, она выжила, все нормально. Да, сказали, да, что ее операцию будут делать. Завтра нам уже это, ну... оперируют, и через 3 дня все нормально будет. Я не знаю, нам реально Бог ее послал. Как так спасибо, могло получиться, что именно в этот день, именно вот там, где я проходила, ее так это, я это прям не могу. Девочка, дайте. Молодец, спасла ее, видишь, нам повезло. Прям в Америку приехали, какие-то у нас приключения. Это просто нереально. Ну, да. Как в фильме. Но мы не можем без приключений, Милен, ты знаешь. Пойдемте посмотрим, что здесь еще есть. Два этажа, смотрите. Нифига себе лестница. Кухня такая красивая. Все мраморное. Зато надеемся, что вам понравится. Смотрите, матрешки покоряют Америку. It's come to play.